прилетела ночью, друзья. Снега в Оренбурге не было. А сейчас вот утром встала, смотрю, снег. Сейчас покажу вам, дорогие мои. Конечно, впечатлений масса. Прилетела сегодня ночью с Москвы. Привезла себе домой снег. Я сейчас вам покажу. Пройдем к окну. Посмотрите, друзья. Прилетели ночью, ночью снега не было. Вот утром, пожалуйста, вам. Вот такая погодка у нас. Метет. Сегодня минус 3. Ну, я думаю, что, наверное, все же растает. Но, впрочем, уже как-то по стране уже снег кое-где лежит. Вот здесь мои цветы. Красота. Сегодня я предлагаю вам вместе со мной испечь замечательный, ароматный, традиционный для французов. И я думаю, что вам понравится этот пирог, прекрасный тарт Татен. Чтобы приготовить замечательный, вкусный, ароматный пирог, мы возьмем с вами зеленые яблоки. Можно даже, пусть будут немного кисловатые, это ничего страшного. Конечно, делают, готовят тар и со сливой, друзья, и с грушей. Но мы сегодня с вами приготовим традиционный тар. Готовить тесто мы будем с вами масло, яйцо, сахар, мука и несколько ложек холодной воды. Ну, а для начинки, друзья, нам опять-таки понадобятся наши яблоки зеленые. Нам понадобится для начинки сахар и сливочное масло. Почистим где-то 7-8 яблок. Почистить с вами 7-8 яблок. Очистили вот так целую гору яблок. И теперь эти яблоки мы разделим. Если яблоко крупное, можно разделить его на 3 дольки. Итак, дорогие мои, яблоки готовы. И мы с вами сейчас будем готовить карамель. Карамель, посмотрите, пачка масла холодного. Где-то половина пачки. Я отправляю на сковороду. Должно масло все растопиться, друзья. Ну, вы видите уже. И сюда добавляем сахар. Можно сахарную пудру. И сейчас, друзья, мы с вами должны приготовить карамель. Посмотрите, вот так вот наша карамель готовится. Пока еще только желтый цвет, но он должен быть коричневым, карамельного цвета. Друзья, посмотрите, вот у нас какого цвета должна быть карамель. И вот эту формочку с карамелью, видите, я ставлю минут на 20. Для теста, друзья, нам понадобится мука, желток одного яйца, щепотка соли, сахар и ледяная вода несколько ложек. Друзья, где-то грамм 250. Нарезаем кусочками масло сливочное. Отправляем щепотку соли. Так как у нас пирог сладкий, мы немного, где-то ложку сахара. И перемешиваем, друзья, все. Друзья, должны добавить только желток.
Если вы полностью яйцо добавите, то тесто ваше будет клёклое. Мы должны только один желточек добавить. Вот я добавляю один желток. Друзья, посмотрите, вот у нас получилось вот такое прекрасное тесто. Замечательное, оно уже не липнет к рукам, посмотрите. Такой комочек теста. Сейчас мы это тесто раскатаем. Вот этот пласт у меня лежит где-то 0,5 сантиметра. Я раскатала пласт 28 сантиметров, 27. Вот, смотрите, у меня 28. У нас яблочки мягкие уже. Покажу вам сейчас, посмотрите. Мягенькие яблоки в карамели. Наши яблочки немножко остыли. Я положила тесто. Посмотрите, наше тесто. Я хочу сказать, друзья, если формочка у вас 24 в диаметре, тесто раскатываем на 25, то есть по сантиметру. Сделала посередине дырочку, видите, да, чтобы воздух выходил. И сейчас мы нашу формочку отправляем в духовку минут на 25. Наш пирог. В температуре 180 градусов. Я достала из духовки наш тарт-тартен. Посмотрите, готовый уже. Было вот такое замечательное блюдо. Мы этим блюдом накрываем и перевертываем. Давайте, друзья, перевернем. Я хочу сказать, что перевертывать надо горячим. Вот я сняла свою форму. Так. И мы с вами, ух, какая прелесть, какая вкусняшка. Сейчас я вам покажу вкусняшку нашу. Сейчас, друзья, я отрежу кусочек, и мы с вами попробуем. Кстати, десерт этот можем мы подсыпать замечательной смесью вот такой, украсить. Посмотрите, как прекрасно выглядит. Яблоки полностью пропитаны вот этой карамелью. Это нереальная вкуснятина, друзья. Вот с этим вкусом сладости, с небольшой кислинкой. Вот, посмотрите. Я откусила тоненькое тесто. Буквально рассыпается во рту. И шикарная нежная начинка. Яблочки. Хочу сказать, друзья, что готовьте такое прекрасное лакомство. Французский тарт-тартен. Это сестры-француженки решили угостить именитого гостя. Приготовили пирог. И в торопях одна из сестер уронила его. И вот решили, что делать. И решили подать его наизнанку, то есть к вертам. Этот десерт, друзья мои, идет с красным шикарным вином. Сухим вином. Французским вином, итальянским, неважно. Крымским, самым прекрасным крымским вином. Но красное сухое вино. Приготовьте, друзья. Всего доброго. До новых встреч на канале «Новые горизонты».